О, да, вот этого я хотел очень давно. Наверное, полгода. Все никак не возьму, не возьму что-то. То охота, то неохота, но решил взять. Сейчас установим камеру. У меня сегодня копчененькая рыбка. Ее мы выкладываем на тарелку. Вообще, что-то я заебался эмоционально. Вот, мне нужно расслабиться, скажем так. Что-то мне все надоело. Ни настроения, ничего нету. Погода, это тоже херовая. Как же копченая рыбка без пива? Давненько пивка не выпивал. Шикарно. Снимем. Это как прирол. Не знаю, там видно меня, не видно. Самое главное, чтобы слышно было, то меня задавали. Так, мне руки помыл. Помыл. Вообще, я такую рыбу не очень люблю. Ни в каком там, ни в жареном. Вот это что, это икра, да? Икру я тоже не люблю. Мне, пожалуйста, вот что-нибудь такое. Сейчас мне так захотелось копчененькой. Уже под пивом. Жахну. И день наладится. Не знаю, вот что делать, как обычно. Заняться чем? Зовут только бухать. Либо дома посидеть. А я не хочу дома сидеть, потому что я и так постоянно дома сижу. Мне уже немножко это надоело. Нужно куда-то уехать. Это единственный правильный выход. Ну, такая она. Поковыряться в этой рыбешке. Может, что-то наковыряю. У меня за домом есть пивной магазин. Вот. Там хорошая рыба обычно. Там большая, копченая, красная, копченая. Они типа там сами коптят. Но сейчас пришел туда, ее нет. Будет только к вечеру. Часам к 6. Пришлось пиздюхать в Дикси. Надеюсь, вы тоже что-нибудь жрете, кушаете. У меня есть друг, которому не нравится, как говорю, жрёте. Типа жрут животные, а люди кушают. Не поебать, если честно. Я же это слово использую для того, чтобы обидеть кого-то. Еще, блядь, ни полотенца, ни салфетки не взял. А так. Пролетело и не заметил. На отдых никто со мной не хочет съехать. Но я уже смирился. Что моих друзей никуда не вытащишь. Поэтому, наверное, эту тему я для себя закрою. Ну, в смысле, с друзьями, которые никуда не хотят.
Я понимаю, там у всех работа. Ну, из друзей у меня семья только у одних. Их я еще понять могу. Вот. И то они больше, наверное, вылазят, чем остальные. Остальным как не позвонишь, постоянно какие-то проблемы, дела, то дом посидим, то холодно, то жарко, то понос, то золотуха. Как у вас проходят праздники? Я нахерачился перед 1 мая, в ночь на 1 мая. Женьком, другом. И 1 мая я отходил. Мне ничего не хотелось. Ни есть, ни пить. Были отходосы. Я люблю этот пиво. Крушовиц. Крушовиц. Кто как ее называет? На охуительно. Блять. Она и в меру горьковатая, и не сладковатая, и... Ты знаешь, что я пью хорошее. Я когда-то бармен уже работал. Сучо. Мне нужна, наверное, новая какая-то компашка, с которыми можно погулять, тусить. Потому что мои все стали дедушками и бабушками. Я знаю, что некоторые будут смотреть. Да. Вот дедушки и бабушки. Никуда, блядь, не вытащишь. Одному скучно. Поэтому YouTube что-то забросил. А что я снимать буду? Только как жру. Листок так. Надо съездить куда-нибудь. Я просто не хочу всего рассказывать здесь. Хоть меня мало смотрит, но все равно. Вдруг я когда-то стану крутым блогером, большим каналом. У меня уже запланировано кое-что. Как говорится, о планах лучше не говорить. Я в раздумьях. Сейчас посмотрю, сколько там времени на видео. Еще пару минут можем поснимать. У меня память заканчивается. Камеру эту, блядь, ебучую не знаешь, как поставить уже лучше. Чтобы меня было видно и тарелку с едой. Я же начинающий все-таки блогер. Мукбангер. Скучная жизнь какая-то. На самом деле, иногда маленькие радости приносят больше удовольствия, чем что-то грандиозное. Я могу, в принципе, себе позволить поездку, даже за границу, там, куда захочу. Но это мне не очень принесет удовольствие, потому что я, наверное, приелся. Поэтому
Вот рыбка, пиво по акции, как обычно. Ладно, шучу. Вот это вот мне сегодня приносит удовольствие. Не из-за того, что я там пьяный буду, а просто мелочи в жизни. Так что ищите свое счастье в мелочах. Ну, иногда, конечно, позволяйте себе что-нибудь покрупнее. Ну, это достойно. Ладно, все, у меня заканчивается время. Всем пока. Или нет? Еще минутку снимать. Не. Давайте чокнемся. И все. Теперь пока.